Я приветствую вас на моем канале, уважаемые подписчики и гости канала. Сегодня я хочу вас познакомить с проектом BitScreener. Это новая финансовая экосистема, в которой реализуются следующие функции. Стимуляция за счет токенов на системе блокчейн. Распределение токенов, хорошее предоставление информации. Формирование финансовых систем и систем контента. Хотелось бы поговорить про ICO BitScreener. Токен BitX продается по цене 1 эфириум за 7154 токена. Принимаются только токены эфириум, а минимальная инвестиция всего лишь 0,2 токена. Софт капа на отметке в 1000 токенов, в то время как хард капа оставлена на отметке в 15 тысяч. Исчисляется в эфириуме. Сингапур и США не могут принимать участие в ICO, а также нужно пройти процедуру КУС. Максимум эмит бит токенов, согласно прописанному в смарт-контракт эфириум, равняется 450 миллионов токенов. Также стоит отметить тщательное их распределение. Таким образом, на публичную распродажу выделяют 31% токенов. Она приходит в период с 5 мая по 20 июля. Все токены, которые продать не удалось, сожгут. У инвесторов будет возможность использовать купленные битс на приобретение расширенного функционала в BitScreener. А также этим они повысят свой голос, если конвертируют некоторую часть торгов в очки BSP. Также и майнерам. Они же составили контента, выделили некоторую часть средств, при этом очень неплохую. Как уже было отмечено, для них резервируют 20% токенов, а для их добычи понадобится целых 15 лет. 15% также уйдет на нужды команды. Токены будут в течение года недоступны, так как будут заблокированы на кошельке команды. Еще 30% уйдет на будущее финансирование. Разблокируют эти средства в течение пары лет путем использования кошелька с мультиподписью. И всего лишь 4% оставили для баунти программы и оплаты консультантов. Это мое завершающее видео, и поэтому я бы в нем хотел подвести итоги проекта BitScreener, которые, мне кажется, очевидны и без моих итогов, но я все равно скажу. BitScreener – это поистине инновационный проект, решающий финансовые проблемы в глобализованном масштабе. Команда выглядит надежной. В советниках также можно найти довольно-таки именитые компании. То есть, конечно, не в самих советниках, а в компаниях, в которых работали эти советники. Нравится завязка проекта на экосистемы и тесная их связь. Еще раз напоминаю, он уже покорил большую публику, а народ не обмануть. Они знают, какой проект перспективный. Поэтому я буду следить за этим проектом, чего и вам советую. Я же с вами на этом прощаюсь, а вы переходите по ссылкам в описании, присоединяйтесь к BitScreener и не забывайте подписываться на мой канал, ведь у меня будут выходить еще и другие хорошие ролики. Может быть, я запишу еще пару видео о BitScreener, но ничего не буду обещать. Пишите в комментариях, если нужна еще какая-нибудь информация, я обязательно запишу для вас видеоролик. Я же с вами на этом прощаюсь. Всего доброго, до новых встреч!